Мы не должны ориентироваться, что Шал вдруг умрет или Шал сдаст позиции. Потому что придет вместо него Дарига или Карим Масимов, и они законсервируют режим опять на 30 лет, потому что, ну, наши люди, серьезная большая часть, будут говорить: ну давайте посмотрим еще, дадим ему карт-бланш пару лет, пусть поработает. Вот если через 2 года он что-то не сделал, тогда мы этот вопрос поставим ребром. Вот. Как вы понимаете, в наших условиях это 2 года превратится в 20 лет легко. И вы должны понимать, что Назарбаев при своей жизни никому не отдаст власть. Никому. Он сделает следующую конструкцию. Поставит рядом с собой Даригу, придумает какую-то должность. И фактически все силовики будут ему напрямую подчиняться. Ну вот, собственно, как он сейчас сделал. Совет Безопасности внес поправки в закон. Все силовики юридически ему подчиняются. Он статус первого президента, пожизненный председатель Совета национальной безопасности, так называемый. Это номинальный орган был всегда. И может какую-то позицию занять, даже назначить Даригу на свою должность, но при этом будет контролировать власть всю в стране до самой смерти. Ни у кого не должно быть иллюзий, он не будет, как Ельцин, передавать какому-то преемнику. Он всегда останется при власти.